Слове Божьем есть такое место. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. И об этом я хочу прочитать стихотворение. «Не взвесишь совершенство на весах, ведь это веры и любви сияние. Вершина совершенства — это небеса, ее подножье — место покаяния. Ее закрыть не могут облака, свет неземной ее сияет ясно. Она непостижимо глубока, она неописуемо прекрасна. Вершина совершенства — вот итог, и цель, и смысл всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедлений. И пусть они крутые и нелегки, ступени, приближающие к небу, от совершенства так мы далеки, и нужно торопиться, где б ты ни был. Важнее всего желание иметь, желание без малой тени фальши, как можно выше подняться успеть, оставить мира грех как можно дальше. Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год, все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен. Конечно, хочется скорее дойти и стать скорее хоть немного лучше, но с каждым шагом все труднее идти. И кажется, ступеньки стали круче. Сегодня шаг, а завтра два, и вот все шире панорама и все краше, но ведь бывает и наоборот. Не так все происходит в жизни нашей. Бывает, что подолгу мы стоим на месте без малейшего движения, не потому, что этого хотим. Нас не пускают наши согрешения, мешают настроение, ветра и трудности, грохочущие грозы, то искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали это вслух или мысленно, добра не пожелали, и только после ощущаем вдруг, что неожиданно слабее стали. И твердой почвы под ногою нет, внутри усталость и опустошение. Когда вершины совершенства свет найти не может сердце отражения. Наш равнодушный и холодный взгляд или несдержанность вместо терпения. И вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней. Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк являются причиной снижения. И мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступеней оказались. Нет, путь к вершине – это не игра, в которой нами правила писались. Путь к совершенству – это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянно вера и испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во сто крат труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет, споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет, так как совсем-совсем недалеко, губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж нелегко и начать восхождение повторно. Но вовсе не страшна опасность та, коль за руку держаться чью-то будешь, и нет надежнее руки Христа, и предания нету друга тоже. Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине, то есть стремиться, вот только б не разжать свои руки, не возгордиться, не остановиться. Аминь.